Добрый день! В прямом эфире НТВ видеоканал «Здравствуйте». Мы предлагаем вашему вниманию новости медицины, прогнозы для людей метеочувствительных и беседы о здоровье с самыми разными практикующими нижегородскими специалистами. Зрение – важнейший процесс получения и обработки информации о внешнем мире. Но, к сожалению, хорошим, идеальным зрением можем похвастаться далеко не все мы. Но существуют способы коррекции. Это и очки, и дневные контактные линзы. Кто-то решается на операцию, а лазерную коррекцию зрения. И еще существуют ночные контактные линзы. Принципиально новый достаточно способ коррекции зрения. И вот именно о нем мы сегодня и поговорим. Дорогие друзья, вы хотя бы слышали о том, что существуют ночные линзы? Ну, в общем-то, я думаю, что, наверное, не все. Тем не менее, у нас сегодня замечательные гости, которые я вам с удовольствием представлю. И, в общем-то, очень интересная тема. Очень советую послушать нашу сегодняшнюю передачу и посмотреть. У нас сегодня в гостях Екатерина Владимировна Журавлева, кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог, заместитель директора по медицинской части клиники «Доктор Линз НН». Здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, телезрители. Мы говорим, уважаемые телезрители, сегодня о ночных линзах, но, конечно, поскольку совершенно отличный у нас сегодня доктор, врач-офтальмолог, если есть какие-то вопросы, проблемы, что-то волнует и интересует, пожалуйста, звоните и с другими вопросами к нам в студию. Мы вам с удовольствием ответим, да, Екатерин? Конечно. Наш телефон 434-3477, но все-таки мы в основном сосредоточим разговор вот как раз об этой самой новинке. Ну, может быть, не такой уж новинке, да, но знаем-то мы все-таки об этом мало. Так вот, давайте начнем с того, что существуют дневные контактные линзы, и, в общем-то, о них все мы знаем, даже если им не пользуемся. Кто-то видел в фильме, у кого-то там друзья, дети, там знакомые пользуются ими активно, и все-таки это широко такой употребимый вещь, да, в нашем современном мире. Менее широко известны ночные линзы. Вот с чем это вообще на самом деле связано? Ирина, вы правы. На самом деле ночные линзы – это довольно-таки новая методика. Хотя в России в этом году уже отмечается юбилей, 15 лет этому методу коррекции. Называется он, так сказать, по-научному ортокератология и ортокератологические линзы. В принципе, в мире уже более около 50 лет ведутся разработки вот на эту тему. Поэтому не сказать, что это уж совсем такая новая, новость. Да. Но для нас вот непривычно. Вот. Все-таки вот я смотрю по отзывам в интернете, по каким-то вопросам, которые вот звучат. Все-таки не все себе далеко, я уверена, представляют, что это такое. Вот в Москве достаточно широко, вроде бы, по сведениям этим занимается еще. Новосибирск отличается вот такой хорошей школой ночных линз. Что с Нижним Новгородом? В Нижнем Новгороде клиника «Доктор Линз», где я начала работать, так сказать, с момента ее основания, с 2009 года, мы занимаемся этим направлением, да, это основная наша работа, подбор ночных линз. Именно ночные линзы. Да, поэтому 8 лет уже такой опыт в Нижнем Новгороде существует. Ну вот за 8 лет сейчас вы нам все и расскажете самое интересное. Давайте поближе мы все-таки сведем знакомство, что же такое ночные линзы. Я вижу, у вас лежит коробочка вот такая с линзами. Да, давайте я просто на всякий случай захватила с собой эти чудо-варианты. Ага. Ну что, по виду, вот я смотрю, и по виду, и по форме, давайте честно скажем, вот на мой взгляд, да, не специалиста, ничем принципиально особенным от дневных линз не отличаются. Такие чуть-чуть голубоватенькая, такая же сферическая. Да. Отличие, во-первых, кроется в самом названии ночные линзы, то есть они одеваются пациенту на ночь. Вечером перед сном он их одевает и утром снимает. А в течение дня на глазах нету ничего. Есть только хорошее зрение и возможность, так сказать, наслаждаться своим хорошим зрением до самого вечера. Так, то есть, значит, вот смотрите, совершенно такая революционная мысль, да? На ночь мы линзы, да, установили, поспали, проснулись, стопроцентное зрение. Да, совершенно верно. Достаточно физиологично, поскольку в течение роговицы получает как бы дыхание, да, и кислород в течение дня, когда глаза открыты, роговица дышит. Вечером мы ложимся спать, глазки закрываем,
наступает такой как бы относительный недостаток кислорода, потому что веки закрыты, в роговице сосудов нету. И поэтому вот эта методика как раз поддерживает физиологию глаза, чтобы в течение дня ничто не препятствовало дыханию роговицы, чтобы в течение дня ничем она не была прикрыта. Поэтому это достаточно... Физиологично, с точки зрения всех процессов. Я так понимаю, что форма все-таки другая у этой линзы, на самом деле, хотя вот так вот невооруженным глазом не видно. Линза сферичная, она изготовлена, во-первых, из совсем другого материала. То есть не мягонькая, как вот дневные? Нет, она жесткая, прижесткая, как стеклышко, но это специальный полимер, обладает высокой кислородопроницаемостью. Материал очень такой хороший по качеству. Эта линза позволяет немножко перестраивать роговицу за ночь. И поэтому, снимая линзу, человек имеет возможность видеть до вечера хорошо. Ну, то есть, грубо говоря, вот чуть-чуть как-то меняют саму форму нашей роговицы. То есть, ведь, когда близорукость миопия, да, меняется наша роговица, и отсюда вот как бы эти нарушения нашего зрения. Механизм-то какой? Да, они созданы для коррекции нарушений зрения и близорукости, и астигматизма, и даже гиперметропии, то есть дальнозоркости. Вот. Работают они, да, совершенно верно, за счет того, что меняется немножко профиль роговицы. Так как нужно ее поменять, врач подбирает специальную конструкцию этой линзы, и линза начинает работать, а пациент начинает получать хорошее зрение. Давайте разберемся все-таки, как же так это все на самом деле происходит. То есть вот поспал ты ночью с этими линзами, утром встаешь, у всех, вот кто, так сказать, надел эту линзочку, и через вот сутки, через ночь у него 100%. После первой ночевки пациент ощутит улучшение зрения, но это не будет еще 100%, как вы говорите, и это зрение не продержится до вечера. У этой методики эффект, скажем так, накопительный, день ото дня. Привыкание. В течение 1-2 недель зрение становится все более четким, и на более продолжительное время хватает вот этого хорошего зрения. Обычно вот в пределах 2 недель зрение уже стабилизируется до вечера хорошим. Хорошего качества. Ну, есть какие-то, я не знаю, ограничения. Вот, допустим, ведь зрение тоже у всех разное. У кого-то минус 2, и, в общем, считают, что трагедия. У кого-то минус 5, минус 6, например, да, если мы говорим о миопии. И вот равномерно у всех оно все равно будет вот хорошее? Или на какое-то определенное количество диоптрий можно вот улучшить зрение? К сожалению, не всем возможно скорректировать ночными линзами зрение. Все зависит индивидуально от степени аметропии. Мы в нашей клинике обычно работаем с близорукостью до 7-8 диоптрий, с астигматизмом до 4 диоптрий и с гиперметропией до 4 диоптрий. Вот. Но это достаточно большой диапазон. Да, диапазон большой, но вот высокая близорукость, то, что больше 7-8 диоптрий, уже маловероятно получится. Что коррекция. Да, и все пациенты, что вот они довольны, у них прям возвращается зрение идеальное, то есть они прекрасно без очков, я не знаю, без дневных линз, просто вот эту вот шкалу с буковками в кабинете у врача-офтальмолога прекрасно видят на единицу. На единицу это такое условное понятие. На самом деле возможности человеческого организма не ограничены. И они не ограничиваются, так сказать, и 10-й строчкой в этой таблице. Там есть еще пара строчек. Которые, да, вообще уже не проверяем, не смотрим. Для самых зорких. Бывает, что вот ко всеобщему удивлению достаточно много пациентов видит и 120, и 150, и 200%. То есть это 2 единицы. Вот. Поэтому бывает, что такая острота зрения достигается. Но есть... Или другие случаи, когда это не удается вот такой эффект получить. Есть какие-то индивидуальные особенности, которые связаны еще с какими-то глазными заболеваниями, когда невозможно, так сказать, растормошить, раскачать глаз на вот 100%. Вот. Но мы здесь отталкиваемся от таких критериев, в том числе, чтобы пациенту было комфортно. Если он доволен тем зрением, которое он получил, может быть, это не 100%, ясно, может быть, единица, 70%, 80%, вот, то вполне можно тоже использовать. То есть результат того стоит. Да, есть вопрос, давайте будем отвечать. Хорошо. Алло?
Алло, мы слушаем вас. Меня зовут Наталья. У меня такой к вам вопрос. Правда ли, что подобрать ночные линзы гораздо сложнее, чем дневные? И с чем это связано? Спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос. Спасибо, Наталья, подобрать. За вопрос. Так. На самом деле, вы правы. Подбором дневных линз занимаются специалисты-орткератологи. В Нижнем Новгороде есть несколько таких докторов. Ваша покорная слуга тоже относится, да, да, к этой очень узкой специальности. Это связано с тем, что необходимо знать и оборудование несколько специфическое, и владеть навыками работы, иметь с таким оборудованием. Вот. Конечно же, нужно иметь качественные линзы, которые отвечают всем критериям безопасности. И, естественно, как все в медицине, везде нужен достаточный опыт у специалиста, который занимается той или иной методикой. Именно такой вот узкой достаточно, да, применимой. Совершенно верно. Ну вот мы говорим о том, что относительно недавно, но все же, можно сказать, вот прогрессивное человечество все не перешло на ночные линзы. Иначе бы мы с дневными, может, и не возились бы, если все так было как бы безупречно и прекрасно, ночью поспал ты в этих линзах, ну ничего там, допустим, да, утром встал, и все, и не надо никаких. То есть какие-то все-таки ограничения есть. Давайте мы с вами четко обозначим вот показания и противопоказания, чтобы мы понимали, вот для кого все-таки рекомендуется попробовать подобную методику. Ирина, к показаниям относятся следующие моменты. Во-первых, это наличие аметропии, да? Близорукости, угу, астигматизма или дальнозоркости. Дальше я бы сказала, ну, что... Ну вот диоптрии мы обозначили, да, что уж если у вас минус там 7, минус 8, то это тяжело, да, да, и прям прекрасных результатов не приходится ожидать. А так даже минус 0,25 иногда некоторым пациентам хочется откорректировать, потому что есть особые профессии, есть спортсмены, которым даже вот эта вот маленькая какая-то, вот он не 10 строчек, как вы говорите, видит, а 9. Ясно. Ему обязательно нужно увидеть. Вот. То есть такие даже маленькие рефракции можно корректировать. Но самое главное, что применение ночных линз имеет еще и терапевтический эффект в плане торможения прогрессирования близорукости. Угу. То есть у детей, чаще всего у подростков с прогрессирующей близорукостью, эта методика становится не только способом коррекции зрения, но и способом остановки дальнейшего прогрессирования близорукости, чтобы у них не ухудшалось зрение. По крайней мере, было не хуже. Вот, кстати, в интернете иногда можно прочитать, что прям волшебные такие какие-то вещи, что, может быть, даже откатить назад этот процесс. Был у вас такое или нет? Все-таки придумка это интернета? Или что-то подобное происходило? Вы знаете, случаи, конечно, это единичные, но на самом деле у некоторых пациентов наблюдаем, что приходят с близорукостью минус 6, долго-долго пользуются линзами, и где-то проверяются, например, для комиссии вот военкоматы. Мальчики дорастают до 18 лет, им нужно предъявить свое истинное зрение, поэтому линзы на какое-то время они вынуждены отменять. И оказывается, что не минус 6, а минус 5. Вот так, ну, вот. Вот так вот потихонечку, на единичку бывает. Ну хорошо, вот. Очень ну, интересно. Ну, я поняла, редко. Что рекомендовать это как способ, да, нельзя совершенно. Ну, вот такие, если случаи, да, чудесные были. А, очень интересно. Есть вопрос, давайте ответим. Давайте. Алло, мы слушаем вас. Алло. Здравствуйте, у меня такой вопрос. А нужно ли ночными линзами пользоваться постоянно или нужно делать перерыв? Спасибо. Так. Спасибо за вопрос. Как раз вопрос в ключе моего последнего рассуждения. Если вы хотите пользоваться ночными линзами для того, чтобы остановить прогрессирование близорукости, ими необходимо пользоваться ежедневно. Если вы их используете только в плане коррекции, например, сегодня я иду на лекцию и хочу видеть хорошо, и поэтому я накануне вечером их одену. Так. А, например, через день лекции у меня нету, пожалуйста, вы можете линзы не одевать. Ясно, спасибо. Ну вот я все-таки думаю поподробнее немножечко, вот как бы как пользоваться ночными линзами. Мы поговорим, давайте прервемся ненадолго, посмотрим рубрику «Новости медицины» прямо сейчас, потом вновь вернемся в студию и продолжим разговор. Врач-офтальмолог сегодня у нас в гостях. Ну, главная наша тема — это ночные линзы.
Утвержден перечень услуг в сфере здравоохранения, что россияне смогут получать через единый портал госуслуг с 1 января 2018 года. Можно будет не только записаться на прием к врачу и вызвать его на дом, но и получить сведения о полисе ОМС и страховой организации, об оказании медпомощи и ее стоимости в рамках страхового полиса, о прикреплении к медорганизации, а также другие востребованные услуги. Реформы системы обязательного медицинского страхования запланированы со второй половины 2018 года. В настоящее время концепция дорабатывается. Планируется ввести возможность смешанной оплаты медицинских услуг во всех медучреждениях. Часть суммы в частных клиниках будет покрывать полис, а остаток оплачивать из своих средств сам пациент. Также полис ОМС можно будет использовать за рубежом. В России в два раза сократилось число выявляемых некачественных, фальсифицированных и контрафактных лекарств. Причем в этом году проверено на 10% больше продукции, чем в прошлом. По данным Росздравнадзора, за первые три квартала этого года обнаружены 618 серий некачественных лекарств. Более чем в половине серий нарушения касались маркировки, описания медикаментов, неоднородности дозирования и наличия примесей. Портативный кардиограф томских разработчиков, над которым ученые трудились 10 лет, запущен в серийное производство. Его размер меньше кредитной карты, вес 35 граммов. С помощью электродов прибор до 7 суток записывает диагностически значимые эпизоды ЭКГ, снимая показания работы сердца в моменты разной деятельности пациента. Через USB-кабель информация передается на портал, где ее анализирует врач. Новый, не имеющий аналогов в мире, отечественный биопрепарат для лечения псориаза успешно прошел доклинические тесты на нетоксичность и отсутствие явных противопоказаний. В отличие от применяемых сегодня лекарств, он не подавляет системный иммунитет. Его действие основано на цитокинах, информационных молекулах, блокирующих воспаление. Клинические испытания продлятся 1-2 года. Мы снова в студии видеоканала «Здравствуйте». Екатерина Владимировна Журавлева, врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, у меня сегодня в гостях. Мы говорим о ночных линзах. Вот такая достаточно узкая специализация, в которой профессионал как раз наши сегодняшние гости. Мы начали вот как бы проговаривать, собственно, зачем и кому нужны ночные линзы, кому они удобны. Что касается вот каких-то преимуществ, я так понимаю, вот все преимущества ношения сводятся к тому, что ну, совершенно свободно ты себя чувствуешь с нормальным зрением, без всяких дневных линз. Спортсмены этим интересуются? Кто? Вот поподробнее расскажите. Да, вы правильно затронули тему спорта. На самом деле это очень актуально у спортсменов, потому что ну, сложно себе представить, наверное, гимнастку художественную, выступающую на ковре в очках, или пловца с, линзами, да, да, с контактными линзами. Вот, конечно, очень много пациентов у нас среди юных спортсменов. Это удобно. Ты поспал только ночью с линзами, и в течение дня зрение хорошее. Ты не беспокоишься, что на линзу что-то попадет в глаз, и тебе придется вот его тереть и терять драгоценные для спортсменов там, доли секунды в забеге, в заплыве, в выступлении каком-то. Вот. И поэтому, конечно, достаточно удобно, во-первых. А во-вторых, опять же, спорт ведь начинается с младых ногтей, так сказать, с маленьких, ну, с маленьких шагов. Детям-то как раз и неудобно, да? Вот. Ни гигиену не соблюсти с дневными цене и так далее. Да. А здесь линзы одевают пациент в присутствии мамы, папы, бабушки. Она сидит рядом, контролирует, что одел, понадежнее, как снял, как помыл руки. Руки чистые. Да. А в течение дня на глазах ничего нет, никакой опасности, что что-то травмируется глаз чем-либо, и линза испачкается. А до какого возраста? Вот мы говорим, что да, ребятишкам очень даже, в общем-то, да, наверное, легче. А взрослые люди? Взрослым, пожалуйста, тоже никаких ограничений возрастных в сторону, так сказать, возраста нету, только детям с 6 лет. С 6, да. И без ограничений. И без ограничений по возрасту. Спасибо. Да. Есть вопрос от телезрителей. Давайте ответим. С удовольствием. Алло. Алло, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сколько стоит это обследование, подбор ночной линзы? И есть ли возрастной ценз? Мы уже сделали операцию катаракта, но астигматизм остался. Можно ли ему помочь, эти линзы? Возраст пациента, вы скажите 78. Нам. 78. 38? 78. 78, поняли. Угу. Так, вот ситуация.
Спасибо вам за вопрос. Да, достаточно возрастной пациент. Вы знаете, это такой частный случай. Нужно смотреть, какая была именно операция по поводу катаракты, как сейчас, какое состояние роговицы, потому что у пациентов за 60, за 70 лет бывают ситуации, связанные с ксерозом, то есть сухостью глаза, когда переносимость линзы резко снижается, и, возможно, это не будет вариантом выбора для вашего, да, супруга, поэтому... Ну, посмотреть можно на всякий случай, да? Да, вот пожалуйста, конечно. Все-таки обратиться, я так понимаю, можно, хотя и ограничения. Вот, кстати, об ограничениях. Давайте все-таки не всем все-таки не можем искать, что все человечество должно надеть вот именно ночные линзы. Почему? Расскажите, что? Есть две категории противопоказаний. Общие со стороны организма в целом, да, и со стороны глаза. Давайте по первой группе определимся. Нельзя подбирать линзы в момент, во время каких-то инфекционных заболеваний. Так. Когда у человека температура, какое-то воспаление и так далее, нельзя. Угу. Нужно дождаться выздоровления. Нельзя подбирать линзы или с большой осторожностью во время беременности, в период лактации. Угу. Некоторые эндокринные заболевания являются противопоказанием к подбору линз. Онкологические заболевания – прием некоторых лекарственных препаратов, поэтому... То есть достаточно список-то такой вот, да, большой. Поэтому при поступлении к нам пациенте и при первичном разговоре с ним врач обязательно выясняет все вот подробности, так сказать, его общего состояния. А что касается специальных вот этих ограничений? Чисто... Со стороны глаз ограничения, значит, противопоказания тоже есть. Это воспалительные заболевания в остром периоде, то есть конъюнктивит, например, пациента нельзя использовать, подбирать ночные линзы. Если рубцы роговицы, были какие-то операции на роговице, там, или ранения, травмы или что-то, какие-то, травмы, да? Какие-то, да, то, возможно, не получится подбор. Есть особые заболевания глаз, при которых противопоказано применение этих линз. Кератоконус, так называемый, кератоглобус, пелюцидные краеваги, дегенерация роговицы. Ну, список, в общем, тоже, достаточно, то есть список приличный. Есть, поэтому... Да, поэтому, конечно, все это решается индивидуально при осмотре пациента. Какие-то диагностические манипуляции? Вот, скажем, ну, мы примерно представляем себе, что вот как бы делается, что происходит при подборе линз дневных. Есть какие-то особенные мероприятия, которые позволяют подобрать ночные линзы? Да, подбор ночных линз осуществляется всеми способами, как с дневными линзами. Но еще просто есть дополнительная пара приборов, на которых нужно более точно определить геометрию роговицы пациента, чтобы точно подобрать ему линзы. Угу. Мягкие линзы, они, можно так выразиться, более универсальны. Они подходят, их параметры достаточно, ну, варьируют в определенных таких широких пределах. А ночная линза, она должна быть точно, индивидуально подобрана, даже не так, как обувь к ноге по размеру, а еще более точно. Вот, то чтобы есть вот успех-то лечения как раз этой коррекции, да, вот таким образом. Поэтому... Линзы заказываются или вот что, пошел, например, куда-то там в аптеку, в оптику точнее, и как бы купил по нужным В обычной оптике не найдешь, нету таких линз. Угу. Да, линзы изготавливаются индивидуально для пациента. У нас в клинике есть определенный диагностический набор, который мы можем, если параметры пациента есть у нас в кабинете, мы выдаем линзы сразу. Вот. А если таких параметров нету, то линзы заказываются, их нужно будет недельку подождать. По размерам? Ну, то есть, я так понимаю, Москва делает сама, например, да? Вот, или, да, они производятся, ну, к сожалению, не у нас, но тем не менее по именно параметрам индивидуально. Да. Теперь вот расскажите, пожалуйста, вот про те мнения в интернете, если вот нас, как бы, если мы заинтересовали телезрителей, то, например, могут пойти в интернет и просто как бы еще какую-то дополнительную информацию про ночные линзы посмотреть. А есть отзывы, которые просто такие хвалебные, что вот как я жил без этого, а есть, ну не смог я пользоваться ночными линзами. Ну очень жаль, но ну, никак не смог. И одной из таких причин называют то, что совершенно невозможно к ним привыкнуть. Так ли это? Ну, если бы это было так, мы бы, наверное, с вами здесь не беседовали, или я бы беседовала на какую-нибудь другую тему. Да. Вот. Привыкнуть достаточно легко к ним можно, если действовать так, как объясняет доктор,
стараться соблюдать все рекомендации. Ну, конечно, все мы индивидуальности. У всех свой болевой порог, порог чувствительности. На самом деле, первое время ночная линза, поскольку она жесткая, она, конечно, гораздо более чувствительна в глазу, чем мягкая линза. То есть это ощущение инородного тела? Да, оно, безусловно, присутствует. Но по прошествии нескольких дней глаз адаптируется к этому чувству, пациент сам успокаивается немножечко. Вот. И линзы ведь одеваются только на время ночного сна. То есть, когда глазки закрыты, линзы неощутимы. Спать вполне комфортно. Нужно пережить только вот несколько минут, пока ты идешь от столика, где одевал линзы, до кровати. Ясно. А еще кто-то жалуется на то, что очень вот первое время как-то не так. Как-то не так, и называют, что вот даже что-то как-то все плывет немножечко, и на свет как-то тяжело смотреть, какие-то блики. Да, это вполне нормальные слова всех пациентов, которые начинают только пользоваться линзами. Это все явление проходящее. То есть вот как воздействие, когда роговица развивается, да, развивается постепенно, и через какое-то там несколько дней уже и двоение становится меньше, и расплывчатость, и нечеткость зрения меньше. Ну, то есть, если, вот, например, человек задумал попробовать перейти на работу именно с ночными линзами, вот этот период адаптации какой-то нужно закладывать себе, да? Да, конечно. Нужно понимать, что около 2 недель будет, может быть, нечеткое зрение, вот, и попривыкать к линзам в плане того, что вот чувствительность, опять же, первые дни может быть достаточно высокая, не пугаться этого, не бояться, ясно, все пройдет. А вот что касается... Плохо вижу, но все-таки хочется и днем как-то увидеть. Пока я перестраиваюсь, я могу пользоваться чем-то еще? Очками дневными, контактными линзами, обычными там для себя? Да, это совместимо с другими видами коррекции. Обычно на это время мы выдаем либо мягкие контактные линзы более слабых диоптрий. Ну, то есть если -4 ты носил, как бы линзочку покупал, то здесь понадобится минус... -1 даем, например, несколько однодневных линзочек, чтобы пациент несколько дней их подевал в обед или там вечером, если нужно за руль садиться. Вот. Иногда бывают ситуации, особенно у детей, что у них есть более слабые очки, например, которыми он пользовались пару лет назад. Сейчас они уже слабые, как раз вот эти очки достаются из тумбочки обратно. Да, и пациент ими пользуется. А было ли такое, что действительно вот из-за всех сложностей вот этих все-таки человек отказывался? Не его это способ? Ну, конечно, к сожалению, в медицине вообще нету такого ни 100% гарантий, ни 100% эффективности. Пока, увы, надеемся, что все-таки светлое будущее. Будут, да, технологии развиваться впереди. Вот. Но, конечно, бывает, что пациенты отказываются, или врач по каким-то тоже причинам видит, что данный способ коррекции не дает хорошего зрения, не дает хорошего воздействия. И тогда... Ну, соответственно, значит, все-таки способ не тот и вот не подходит индивидуально. Ну, тогда ничего не стоит перейти обратно на очки. На очки, на мягкие линзы, сделать операцию рефракционную, все можно. Спасибо, спасибо. Давайте прервемся, дорогие друзья. Посмотрим, что у нас там с погодой и вообще другими рекомендациями для людей метеочувствительных. Потом вновь вернемся в студию и закончим разговор. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха немного повысится. В выходные днем около 0 градусов, в начале следующей недели до плюс 2. Ожидаются осадки в виде снега с дождем. Меняется фон атмосферного давления, оно понижается, в основном плавно, и остается в пределах нормы. Изменение погоды дискомфортное, но проявление серьезных метеопатических реакций маловероятно. В выходные магнитное поле Земли будет спокойным и маловозмущенным, а с 4 декабря, по прогнозам специалистов, ожидается период магнитных бурь, что могут отрицательно сказываться на самочувствии. Предположительно, интенсивность возмущений 4 и 5 декабря достигнет уровня магнитной бури J2, средней или умеренной, 6 и 7 декабря – уровня слабой магнитной бури J1.
Луна растет. В воскресенье и понедельник – дни полнолуния. Энергия достигает пика. Процессы в организме усиливаются, эмоции нестабильны, возможно, бессонница. Раньше говорили, при полной Луне нельзя даже квасить капусту. Из-за повышенной активности микробов она получится мягкой. Период благоприятен для медицинского обследования, так как в это время проявляются скрытые болезни и симптомы. Это снова видеоканал «Здравствуйте». Мы сегодня с Екатериной Владимировной Журавлевой, врачом-офтальмологом, кандидатом медицинских наук, говорим о том, что такое ночные линзы, как они применяются сегодня. Есть звоночек от телезрителя. Давайте послушаем. Давайте. Алло. Алло, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я смотрю передачу не сначала и хотела бы узнать. Вот зрение нормальное, но, в принципе, у меня уже есть 40, и как бы немножечко какие-то изменения начала ощущать. Как проходит консультация или какое нужно обследование? Ну, давайте повторим еще раз. Да, у нас было, в принципе, если вдруг, уважаемые телезрители, не успели вы к начале программы, а у нас, ну, вообще такая тема, достаточно новая для Нижнего Новгорода, ночные линзы, вы можете посмотреть ее сначала, потому что все программы выкладываются на сайте nntv.tv и на канал в YouTube также как бы вас я адресую. Но повторите, пожалуйста, вот для зрителей. Значит, нужно обследование, плюс вот чем вот просто обычную линзу приобрести, да, и надевать. И что дополнительное? Пациент приходит к нам на обследование, все обследование проводится в клинике, никаких специальных, каких-то других дополнительных обследований за рамками нашей клиники какие-то не требуется, каких-то анализов, да, и так далее. Вот. Просто более внимательно именно смотрится роговица сама, да? Да, параметры роговицы важны. Что обычно не снимают, я так понимаю, для дневных линз? Для дневных снимают, но не в том объеме, в котором это нужно для ночных линз, вот так скажем. Вообще подбор ночных линз – это не один день. Первая консультация – это вот такая основная с, так сказать, знакомством с пациентом, с, ну, его требования, пожелания. Иногда даже только в процессе диалога с пациентом мы понимаем, что не сможем ему помочь, потому что ожидания его не оправдаются. Вот. В дальнейшем мы смотрим пациента после, если уже все, подобрать линзы возможно. Следующий визит – это после первой ночевки в линзах. Так, пациенты приезжают к нам прямо в линзах, да, чтобы врач убедился, какое воздействие оказано на роговицу, как глаз отреагировал на ночную линзу и какое получилось зрение. Эффект. Да, эффект. Дальше наблюдаем пациента через неделю, через две, и обычно, если все благополучно, то уже отпускаем. То есть минимум 3-4 визита. Все-таки нужно клинику планировать. Необходимо врачу. Для того, чтобы подобрать линзы правильно. И вот еще хотела все-таки уточнить вопрос тоже. Это достаточно ведь дорого по сравнению с линзами дневными. Так, правильно я понимаю? А многоразовое использование линзочки. Кстати, вот скажите, насколько их хватает в использовании? И в принципе, то есть благодаря вот именно сложности подбора, это не может быть таким дешевым методом. Насчет срока использования, да, линзы используются в течение одна пара в течение 1-1,5 лет. Насчет стоимости, здесь надо применить математический талант и посчитать, например, сколько стоит упаковка однодневных линз или линз на месяц, сложить это до 12 месяцев, да, перемножить. Вот. А ортокератологические линзы, ну, у нас стоят порядка 18 тысяч, это с подбором и пара линз. Ну, вот. То есть вот цена примерно практически вопрос. Сравнимая цена с высокого, хорошего качества мягкими дневными линзами, поэтому я бы не сказала, что это так дорого. Вот. Тем более, что еще раз акцентирую внимание на том, что это не только способ коррекции, но для многих это способ лечения, способ затормозить дальнейшее прогрессирование близорукости. Поэтому платим мы не только за возможность хорошо видеть, но и за то, чтобы в дальнейшем не было никаких осложнений, чтобы маленькая близорукость, да, не переросла в большую. Ясно. Скажите, пожалуйста, еще вот что. То есть ночные линзы — это мы спим, и спать мы должны... Ну, я так понимаю, что на самом деле можно эти линзы надеть и как бы, ну, просто закрытыми глазами сидеть, если вам спать не хочется. Но ведь суть-то в том, что какое-то определенное количество времени линза должна быть именно в глазу.
Вы можете даже не закрывать глаза, Ирина. А, то есть можно и просто... Вы их оденете и будете в них прекрасно видеть, как в очках. То есть они с коррекцией. По времени пациент обычно должен надевать где-то на 8-10 часов в сутки эти линзы. Это время считается и время сна, и время либо перед сном, либо проснулся и не сразу снял. Угу. То есть, чтобы видеть хорошо до вечера, вот это вот время надо соблюдать. Ясно. А если я сплю совсем вот мало? Вот 3 часа у студента осталось там от того, что он вечером готовился к семинару какому-нибудь или еще что. Все равно нужно надеть на это? Студент одел в 9 вечера и продолжает готовиться к семинару. То есть он видит все в них на самом деле? Он все нормально видит, да. Он работает за компьютером, потом чуть-чуть спит, потом просыпается, еще готовится и бежит. Ну, то есть буквально ему не может быть не очень вот удобно, как в мягких линзах, но польза от этого совершенно другая, совершенно другой эффект. Да. Вы правы. Спасибо. Ну вот такая достаточно интересная у нас была сегодня, я считаю, программа. Спасибо вам большое. Информации много, очень новой, совершенно неожиданной. Я думаю, и вам было интересно, дорогие друзья. Вот если что-то интересует, продолжите знакомство. Действительно, новый метод. Но я думаю, что при желании найдете информацию, как и где в Нижнем Новгороде вот это все попробовать. А я благодарю вас за то, что пришли к нам в программу. Вас, уважаемые телезрители, за внимание. И встретимся ровно через неделю в то же время на канале ННТВ в программе «Здравствуйте». We'll be right back.